еду домой медленно, везу ценный груз. А какой? Сейчас покажу. С утра встал, думаю, поеду, заберу этот груз. Поехал и забрал. И вот медленно еду. Вон они сидят. Копилочки ждут меня. Знаю, что хозяин что-то ценное везет. Тоже там. Ценное то, что мы ценим. То есть ценное. Кому что? Несмотря на ветер, поехал. Привез. Принимайте. Да нет, не колбасу. Сейчас покажу. Я хлеб собачкам вожу там на улице. Ну, возле работы у нас собачки бездомные, я их подкармливаю. Вот, смотрите, что я привез. Такой цветок. Сейчас буду выгружать. Здоровый. Вот он. Видите, на всю машину. А тут еще горшки для орхидей у меня рассыпались. Вон прям на листик. Ой-ой-ой. Мира. Да я сейчас сначала горшки уберу куда-нибудь их в сторонку. Чтобы этот цветок занести, надо двумя руками все двери открывать. Только вы под ногами не крутитесь, а то я сейчас буду... А, вон как клеточка, видите, как примялая. Ну что, убираю и достаю. Ох ты, красавчик. Во, какой. Сейчас я поставлю. Я его по рынку нес. Все спрашивали, ой, где вы такой купили? Где, там? Где купил, уже нет. А эти машина принимает. Видите, как бегает, встречает меня. Ну что, чтобы занести, надо выключить камеру и двумя руками заносить, потому что он в проем, этот куст, не поместится. Надо веточки придерживать, чтобы цветочки сохранить. Ну, довез удачно. Вот один листик только оторвал, и все. Ну что, вот такой вот кустик понесу сейчас на место. Ну что, буду заносить. Даже Мирка притихли. С Марсиком ждут. Так, а вы сидите тут. Я буду сам заносить, чтобы под ногами мне. Марсик, куда? Сказал, сиди тут. А, тут. Тут он имеет в виду, ой, зацепило крепкие цветки. Тут, в смысле, это в доме для него. Ну что, несу. Ну, как и обычно, под ногами крутится, конечно, помощники буксуют он. У меня тут цветочек. Несу. Я уже и место ему нашел. Вот она.
Вот место. Вот так. Ух ты. Упирается. Сейчас буду переставлять. Нет, я сейчас вот так его. Ух ты, скрипит. Сейчас, сейчас. Терпи, цветочек. Вытерпел такую дорогу. Ну что, сейчас. Встал. Встал. Потом поправлю. Неудобно это все делать с камерой. Фух. Ну, а вы где? Эй! А не где? Возле кухни. Фонтанчик меня встречает. Неужели вышли? Неужели такие культурные собачки зашли, проводили меня? Раньше бы они уже тут на диване лежали. Марсик получает уроки у Остина. Мы часто смотрим Остина. Сейчас я найду Харлея и посмотрим реакцию Марсика на Харлея. Отвечать? А здесь я вижу... Что я вижу? Я не могу. Видели? Кулёк. Знаешь, мешок с говном такой бух и упал. Марсик, ну ты... Ну, конечно, это я так... Слишком уже... Мирка, ты хоть держи. Марсичек что-то за это... Марсик, ты так больше не делай. Пошли, пойдем со мной. Пошли. Все, Вик, ты бы видел, он сейчас лежал, забаловался, и как? А сейчас гляньте, какие. Ой, какие вы хорошие собачки. Я, наверное, вам сейчас сглазил. Сейчас вам, наверное, вынесу что-нибудь вкусненького. Пойду в холодильнике поищу. Заработали, молодцы.